Накануне сотрудники уголовного розыска задержали неоднократно судимого 55-летнего нефтьюганца. Мужчина обокрал строительный вагончик, забрав оттуда инструменты, в частности дрель и шуруповерт общей стоимостью 30 тысяч рублей. На следующий день госавтоинспекторы остановили Митсубиши, за рулем которого был нетрезвый водитель. Как оказалось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду и был лишен водительского удостоверения. Еще за минувшие дни произошло два мошенничества в отношении нефтьюганцев. У 46-летнего местного жителя аферисты повторно списали деньги с карты. Однажды, предоставив им доступ к счету, горожанин не заблокировал карту и лишился еще 20 тысяч рублей. Другой 57-летний нефтьюганец в надежде обезопасить свои счета сам перевел мошенникам почти 200 тысяч.